Зал Дворца спорта «Триумф» засиял яркими огнями. Там состоялся главный новогодний концерт городского округа. Перед зрителями выступили лучшие артисты и творческие коллективы. На празднике была и Луиза Егезарян. А белый снежок. Люберцы встречают не только Новый год, но и большой юбилей. Поэтому 2023 жители округа ждут с особым нетерпением. Он пройдет под красивой цифрой 400. Мы постараемся за год, который будет для нас юбилейный, провести огромное количество интересных мероприятий, реализовать новые задумки, которые мы вместе с жителями определим, вместе с люберчанами. В преддверии Нового года не только строят планы на будущее, но и подводят итоги. 2022 в очередной раз доказал, что в Люберцах живут люди, которые готовы протянуть руку помощи в трудную минуту. Хотел бы сказать слова благодарности нашим волонтерам, всем неравнодушным, потому что наши именно жители оказывают огромную помощь жителям Донбасса. Целый ряд наших парней сегодня на службе, поэтому я искренне желаю, чтобы все это как можно быстрее закончилось, и наши парни вернулись бы домой. Люберцам и жителям округа посвятили большинство творческих номеров. Песни и хореографические выступления пересекались с театрализованным представлением. Особая роль в мини-мюзикле, конечно, была отведена главным новогодним волшебникам. Предлагаю сделать нам первый шаг в наступающий 2023 юбилейный год! И праздничный салют город знает, город ждет, юбилейный будет год! Более полутора часов продлился главный новогодний концерт округа, но заряда положительных эмоций и праздничного настроения, которое он подарил, хватит надолго. Все прекрасно, все классно. В прошлом году было хорошо, и в этом прям удовольствие от души. Спасибо большое всем. Шоу Филиппа Киркорова «Отдыхает». Честное слово, необыкновенно. Мне очень понравилось мероприятие. Всех поздравляю с Новым годом. У меня сегодня еще и юбилей. Детки, детки, наши любимые детки. Как они хорошо танцуют. Понравилось, что привлечены все наше население. И дети, и среднее поколение, и взрослое поколение. Ну, то есть все очень хорошо и замечательно. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.